первые 10 метров. И обратите внимательно, и вход еще находится на север. И хотя еще тоже ничего внутри пирамиды не обнаружили, она была пустая, вот этот вход, который с левой стороны от вас, как вы заметили. И также вы взяли уголь 52,5, так же как и первая пирамида Хеопса, 52,5, это уголь стройка. И построили вот такой грандиозный пирамида. И каменные блоки, которые использовали для строительства этой пирамиды, по размеру меньше, чем первый на Волга.